News. J. Wellington Flubb, the wealthy billionaire, is offering $100,000 for the rare Jubilee dime, only two of which are in existence. One of the dimes is in the burglar-proof safe at... Сейфе в 17-м национальном банке. А, 17-й национальный банк. Тугодум, прости. А, я и не спал. Отправляемся за монетой. Монетой? Вы спятили или профессор? Слушай, дуралей. Пора приниматься за дело. Ну и трудная эта работа, собирать монеты из торгового автомата. Но моя волшебная сумка легко справится с этим. Двери банка будут закрыты до часа дня. В нашем распоряжении 2 часа. Дай мне отмычку. Вот она, профессор. Вот сейф, профессор. Но он не откроется до 10 часов. Замок с часовым механизмом. Тугодум, ты готов? Переведем часы. Вот так. Вот так, побежали за монетой. Осторожнее. Вот она. Мы богаты, Тугодум. Очень богаты. Дай мне монету, Тугодум. А может, вам дать 2 монеты? Нет, дуралей. Я хочу поменять эту монету. Не забудьте, профессор, это моя монета. А теперь давай быстро уходим отсюда. Смотрите, они все похожи на ту монету. А где профессор? Я здесь. Что случилось? Вы забрали редкую монету, профессор? Она была у меня. Она исчезла. Монеты стоимостью $100,000. Как же так? Вы... Феликс, это ты во всем виноват. Ты ничтожный собиратель монет. Заставьте его отыскать нашу монету, профессор. В лабораторию. Быстрее, быстрее. Феликс, ищи монету. Хорошо, хорошо. Вот она. Пусть она будет у меня. Феликс, ты слишком много знаешь. Уж мы позаботимся о тебе. Не знаю, как вы, профессор, но я думаю, нужно от него избавиться. Заткнись и спрячь его в ящик. И куда его, профессор? Сбрось его с причала, где глубоко, холодно и мокро. Очень мокро. До свидания, Феликс. Ой, здесь очень мокро. Ну вот, профессор, мы отделались от Феликса. Да, и у нас монета стоимостью в $100,000. Неплохая работа. Эх, лучше бы мне не видеть, как профессор и Тугодум украли эту редкую монетку. Но отсиживаться здесь нет времени. Хорошо бы иметь подводную лодку. Моя волшебная сумка никогда меня не подводила. Следующая остановка у миллиардера мистера Флаба. Он коллекционирует монеты, которые стоят целое состояние. А у нас монетка в $100,000. Что? Воздушная кукуруза? Профессор, дайте мне монетку. Хорошо, возьми. Но не трать ее. Не трать! Стой! Ты идиот! Это была монетка стоимостью в $100,000! Ой, монета! Смотрите, профессор, монета вернулась. Попробуй еще раз. Прекрати, идиот! Вот вы где! 3 выстрела за 1 монету! Дайте монетку, профессор. Я сейчас разделаюсь с Феликсом. Ну, хорошо.
Ой, моя монета! Спасибо, профессор! Феликс! Феликс! За ним, тугодум! Комната смеха. Он направился туда. За ним. Комната смеха? Он вошел туда. Выпустите меня! Ай! Выход закрыт! Я в ловушке! Чтобы выйти отсюда, заплатите 10 центов. А, хорошо, пожалуйста! Я получил монету стоимостью в 100 тысяч долларов. А теперь получим эти деньги с мистера Флаба. Он нас ждет? Может быть, сначала позвонить ему? Ну и голова! Ну вот, он приготовит деньги наличными. Вот так. Я использовал монету стоимостью в 100 тысяч долларов. Можете не стучать, нас застукали, профессор. Феликс и полицейские. Ха-ха-ха!